секунд. А это значит, что настало время передать слово нашему следующему эксперту, которого мы очень любим, которого мы очень уважаем, Лада Талызина. И Лада является педагогом для людей с ментальными особенностями, организатором проекта «Бюро Ч». Я не думаю, что сегодня именно об этом, да, пойдет речь, Лада, но вот то, что вы сегодня изложите, ваш доклад «Словарь культуры на ясном языке как инструмент работы с аудиторией с ментальными особенностями», это будет, как и все, что вы делаете, очень интересно. Здравствуйте, я передаю вам слово. Здравствуйте, спасибо большое за представление. Давайте начну с того, что постараюсь запустить свою презентацию сейчас. Мне нужно прям буквально какое-то время. Так. Как это сделать? Давайте вот так. Лада в середине, внизу, там вот... Да, я знаю, я пытаюсь понять, могу ли я не делиться сразу всем экраном? Сейчас, секундочку. Попробуйте, можно поделиться окном. Да, я нашла. Единственное, бывает, что в окне переключение слайдов как-то некорректно немного отображается. Ну, попробуйте, давайте. Сейчас попробуем. Сейчас первый слайд, да. Давайте сейчас попробую развернуть. Видно? Да. Что да, я развернула? Видно, да. И переключение тоже видно? Ну да, видно, видно. Ну, давайте тогда начнем. Если будет что-то некорректно, и вы поймете, что мои слова совсем не совпадают со слайдом, то говорите. К сожалению, не могу сейчас вас видеть, но радует, что вы меня видите и можете слышать. Давайте, да, представлюсь. Меня зовут Лада Талызина. Как уже Артур Валерьевич сказал, я занимаюсь тем, что работаю в основном с людьми с ментальными особенностями. И так как-то получилось, что ясный язык плотно вошел в мою жизнь. И со временем организовался такой проект, который называется «Бюро Ч». И сегодня речь пойдет об одном из продуктов, который сделан в рамках этого проекта совместно с различными учреждениями культуры. Это словарь. Про словарь расскажу подробнее в течение всего своего выступления. Но сейчас, да, хотелось бы указать на то, что словарь этот на ясном языке. Я думаю, что вы сегодня про доступность информации уже говорили и много чего обсудили. Но на всякий случай, да, чтобы нам сойтись в какой-то одной точке, ясный язык для нас – это способ предоставления информации, которая подходит для людей, у которых есть сложности с восприятием письменной информации, устной информации, и которым требуется дополнительная адаптация для того, чтобы корректно эту информацию воспринять. Про сам проект скажу пару слов. Этот проект появился в 2019 году, и основная сейчас его деятельность, которая у нас ведется, это адаптация различных текстов учреждений культуры на ясный язык. И, кроме того, мы осуществляем услуги по написанию текстов и точно так же проводим обучение специалистов, например, экскурсоводов, специалистов, которые занимаются текстами в различных учреждениях культуры, и рассказываем о том, как можно сделать информацию доступнее, и разбираем какие-то ситуации, с которыми учреждения культуры сталкиваются. На самом деле, сейчас в связи с тем, что достаточно большое количество людей с инвалидностью приходят в музеи, и есть такая возможность их принимать, часто оказывается, что музеи и различные другие учреждения, они уже приходят с конкретными вопросами, конкретными запросами, и им интересно, как можно про это рассказать, про какие-то вещи, с которыми они работают непосредственно в своем учреждении, как можно об этом рассказать так, чтобы люди, приходящие к ним, лучше их понимали. И поэтому в рамках обучения разбираем какие-то кейсы, но на самом деле их настолько много повторяющихся относительно каких-то слов, каких-то терминов, которые есть непосредственно в музейной среде, что мы увидели необходимость создания какого-то одного большого документа, большого, не очень большого, а того, который может все еще претендовать на звание документа на ясном языке, так, чтобы у людей был какой-то инструмент, к которому можно обратиться, непосредственно не привлекая каких-то сторонних специалистов, и уже получить ответы на какие-то свои вопросы о том, как же правильно говорить. К словарю нас подтолкнули, да, вот эти повторяющиеся запросы, и точно так же всегда
была некая дискуссия, ну, не всегда, да, какое-то время назад она как будто бы закончилась, но, может быть, просто реже происходило взаимодействие с какими-то институциями не из крупных городов, с которыми обычно завязывалась дискуссия на тему того, зачем вообще адаптировать мероприятия для людей с ментальными особенностями. Так ли это необходимо? Потому что то, что видит человек в первую очередь, например, какие-то особенности зрения человека, особенности слуха человека, то, как он передвигается, это то, на что обращают внимание в первую очередь, и то, что требует адаптации без вопросов. Но в случае с людьми с ментальными особенностями, это история про то, что визуально для многих специалистов музейных из регионов было, или из каких-то некрупных музеев, которые еще не плотно работают с людьми с инвалидностью, было в первую очередь видно, что человек пришел на своих ногах, да, у него могут быть какие-то особенности поведенческие, но при этом он все слышит, все видит и как бы информацию, соответственно, воспринимает в таком базовом значении, что информация куда-то попадает. И чаще всего такая аудитория и такие специалисты, они требовали скорее того, чтобы их научили работать с сопровождающими, которые выполняли функцию этих самых, корректировали поведение, да, людей, которые пришли на мероприятие. Но при этом никто не задумывался особо над тем, сколько же, какой же процент информации был на самом деле участниками экскурсии, мастер-класса или беседы, какой процент информации был воспринят корректно. И захотелось продемонстрировать, в том числе и словарем, что информация может передаваться по-разному, что есть какие-то определения стандартные, а есть определения, которые действительно могут раскрыть это понятие чуть шире и помочь к нему прикоснуться, но с абсолютно другой стороны. И сейчас меньше вопросов возникает у людей о том, зачем же делать доступную среду. Во многом это благодаря федеральной программе «Доступная среда». Люди стали в том числе обращаться к нормативным каким-то правовым актам, которые касаются людей с инвалидностью, в том числе к документам Конвенции ООН о правах инвалидов, например, которая уже 10 лет ратифицирована в России, но при этом мало кто старается ее прочитать как-то по-новому. А там, на самом деле, если обратить на нее внимание, то в двух статьях там есть указания не только на те инструменты, с которыми музеи уже работают, как тифлокомментарии, да, субтитрование, но точно так же есть указания на то, что информация должна быть подстроена под различные возможности восприятия. И это то, за что можно зацепиться и к чему можно привязывать ясный язык, в том числе и в учреждениях культуры. И это дает музеям представление о том, что это важный момент. И точно так же, я думаю, что многие из нас с вами, из тех, кто работает, из тех, кто является родителями или опекунами взрослых людей с ментальными особенностями, вы ходили в какие-то культурные учреждения, в музеи, в библиотеки, в театры наверняка и не раз, потому что это очень востребованный вариант досуга, и в том числе он не просто востребован, не просто его легко осуществить, но он очень важен для социализации. Поэтому то, что музеи пользуются достаточно высоким спросом у людей с ментальными особенностями и у каких-то организаций, которые с ними работают, по крайней мере, в моей среде и в моей работе это такая... Это факт, да, мы всегда со взрослыми, с которыми я работала, всегда старались выбираться все-таки в какие-то музеи, в какие-то места, и, соответственно, если есть спрос, да, то важно какие-то инструменты создавать и расширять их, собственно, спектр. Словарь, здесь мы можем на изображении увидеть обложку словаря, это не так важно, как важно то, для кого он все-таки нужен. Этот словарь, поскольку он написан на ясном языке, он может помочь подростку или взрослому человеку с ментальными особенностями, если он в этом нуждается, самому подготовиться к тому, с чем же он может столкнуться в учреждении культуры. Вариантов учреждения культуры в словаре есть несколько, поэтому человек может выбрать тот раздел, который его интересует. И, например, про какие-то понятия, о которых будет написано на стойке информации, на кассе, о которых будет вестись речь в моменте покупки билета. И человек с этими понятиями раньше не сталкивался, посмотрев в словаре предварительно какую-то информацию, он может быть уже готов и понять лучше, о чем же с ним будут говорить все эти люди или все эти указатели.
Словарь также может быть полезен специалисту, работающему с человеком с ментальными особенностями, его опекуну или родителю. Это не только та же самая предварительная подготовка к посещению учреждения культуры, но точно так же его можно использовать для закрепления каких-то понятий уже после того, как, соответственно, в учреждение культуры сходили. Если выяснилось, что какие-то моменты во время экскурсии, во время мероприятия все равно могли быть недоступны, и человеку, который после мероприятия хочет провести какую-то встречу с обсуждением того, что было, ему может понадобиться тоже подспорье для того, чтобы найти какие-то верные слова, слова, которыми можно сказать про уже привычные для нас вещи, про те вещи, которые кажутся нам вполне обычными и всем абсолютно понятными. Но мы знаем, что чего-то понятного абсолютно для всех, я думаю, что практически не бывает. И точно так же этот словарь, он пригодится для учреждений культуры, для специалистов, которые работают в них, потому что в рамках подготовки экскурсий, в рамках подготовки мастер-классов часто возникает вопрос у многих самих учреждений культуры сейчас уже о том, будет ли это понятно, будет ли это доступно и как можно про это говорить. И, соответственно, в словаре можно найти какие-то конкретные определения, на которые можно опираться при подготовке мероприятий. И точно так же по словарю можно посмотреть какой-то общий, да, уровень, общий словарь, которыми даются определения понятий, чтобы понять, в каких рамках можно давать какие-то определения, в каких рамках можно о чем-то рассказывать, что, скорее всего, будет человеком воспринято и что человеку будет понятно. В словарь входит 40 определений. 40 определений из трех разных областей. Это у нас учреждения культуры, такие как музеи, библиотеки и театры. И все слова, которые представлены в словаре, здесь, кстати, на слайде можно увидеть принтскрин, небольшой кусочек, это одно из определений, оно буквально первое в словаре идет, в разделе «Музеи». Так вот, все эти слова, которые можно найти в словаре, все эти термины, они были выбраны не случайными людьми, они были выбраны людьми, которым непосредственно предстоит с ними работать. Это представители музеев, представители библиотек и представители культурных центров. Они сначала выбрали очень-очень большой список вообще всех понятий, с которыми сталкивается посетитель, которые, на их взгляд, наиболее часто встречаются и могут быть полезными. Это были действительно очень большие списки, которые в измененном виде, ой, в неизмененном виде не могли войти в один словарь, потому что это было бы очень много страниц. Не 26, как сейчас, а, вероятно, было бы около 300, как минимум. И уже после того, как каждое из учреждений составило свой такой список, мы встретились все вместе и в рамках дискуссии обсудили, какие из этих понятий могут быть представлены в словаре. Требование к этим понятиям было то, что это должно быть важное понятие вообще, и важное понятие для человека, который приходит в это учреждение, например, в первый раз и вообще никогда с этим не встречался. То есть какие-то уже глубокие детальные вопросы мы оставили немножко в стороне для того, чтобы человеку с первого раза была доступна коммуникация, которая происходит в учреждении культуры. Вот. Давайте пойдем дальше. В создании словаря участвовали вот эти прекрасные учреждения, которые перечислены на слайде. И точно так же в рамках проекта «Бюро ЧЕ» у нас есть эксперты, эксперты с ментальными особенностями, которые привлекаются как на стадии формирования каких-то понятий, не всех, потому что, вот, и каких-то понятий, и точно так же привлекаются на стадии проверки определений, насколько они доступны и что в них можно изменить. Например, вот именно как эксперты с ментальными особенностями у нас были привлечены в рамках словаря три эксперта, и все эти три эксперта вычитывали абсолютно каждое определение, но не в одно время, а в разное время, потом мы возвращались снова, это был достаточно долгий, кропотливый процесс. И назову экспертов, да, кто у нас участвовал, это была Полина Тиханкова, Дарья Муханова и Кристина Козик. Вот они, собственно, отвечали за то, чтобы понятия были сформированы так, как было бы доступно им в первую очередь, и как и в рамках того словаря, которым владеют девушки в данном случае. Поскольку не
Наш словарь далеко не перекрывает все потребности культурных учреждений, и не только культурных учреждений, но и других. Поэтому здесь хотелось, да, небольшой наш какой-то опыт по тому, как можно выбрать определение, как их адаптировать. Хотелось бы немножко его предложить в виде мини такого справочника, помещенного на одном слайде. Если вдруг вы работаете в каком-то месте, куда к вам приходят люди с ментальными особенностями, раз за разом у вас возникает сложность в поиске подходящих слов, вы видите, что коллеги, которые близко не касаются этой темы, что им тоже сложно даются какие-то объяснения, и вы до конца всегда не уверены, что вас могут правильно понять, не всегда уверены, что те слова, которые вы подобрали, они будут понятными и доступными, можно прибегнуть к тому, чтобы внутри своего учреждения провести такую же работу практически, как была проведена над этим словарем. Это в первую очередь вы собираете список понятий, да, которые важны для вашего учреждения и которыми вы правда пользуетесь, и которые важны для посетителей, потому что если это будут понятия только важные для вашего учреждения, возможно, посетители с ними правда не встречаются, это будет лишняя работа. Когда я пишу про подумать над смыслом этих понятий, конечно же, сюда входит и написание первичных определений, но важно, чтобы это были не определения, взятые откуда-то из интернета, потому что обычно в этих определениях не дается всей той информации, которая важна для человека, который встречается с этим словом, да, и который сейчас действительно как-то с этим соприкасается и над этим работает, потому что они тоже достаточно завуалированные, и там сложно раскрыть действительный какой-то смысл. Поэтому здесь я люблю употреблять в речи понятие как истинный смысл понятий. То есть если вы на него посмотрите не со стороны человека, который занимается его просто расшифровкой, а на какую-то прикладную функцию. Важно обсуждать со своей аудиторией, нравится им это понятие, насколько оно доступно, что они из него понимают. Спрашивать, как бы они сказали это. Например, когда мы создавали уже обложку словаря, появилась необходимость включить понятие культуры, соответственно, уже на саму обложку. И с культурой были сложности, что очень по-разному объяснял каждый из экспертов это понятие. Кто-то уходил в долгие рассуждения о природе и о том, насколько человек, соприкасаясь с природой, насколько это отражает культуру самого человека, но между тем в процессе долгих переговоров и трехсторонних, и четырехсторонних нам удалось прийти к какому-то одному знаменателю, который все-таки оказался подходящим для каждого из экспертов. И, соответственно, после того, как вы обсудили все определения, вы можете приступать к их переработке и дальнейшему обсуждению. Это уже такой более живой процесс. Все до этого — это такая бумажная работа. А здесь нужно включиться в какое-то живое обсуждение, привлекая к этому ваших посетителей. И, конечно, когда уже готовы какие-то наработки, когда этот словарь уже сформирован, важно, чтобы не только человек, который его сделал, и не только посетители имели к нему доступ, а важно, чтобы все люди, которым это может быть полезно в процессе их работы, и даже если они напрямую не взаимодействуют с посетителями, но куда-то транслируют какое-то мнение, какое-то знание, важно, чтобы они тоже были знакомы с тем, что вам удалось составить и как вам удалось представить все необходимые слова. Вот, смотрите, время у меня подходит к концу. Вот, я бы хотела поблагодарить всех за внимание. И если будет вопрос, где найти словарь, если он вдруг у вас возник, его можно найти в интернете по названию, или можно, я думаю, что написать организаторам, и мы как-нибудь тоже договоримся, наверное, передам им ссылки, или можно написать мне на почту в случае, если есть какие-то вопросы, или нужно получить словарь. Спасибо большое. Лада, я думаю, что этот вопрос обязательно возникнет, где взять словарь. И мы сейчас в чат трансляции обязательно бросим ссылочку. Очень интересное сообщение. Мы с вами работаем на одной ниве, да, доступности сферы культуры. И мне кажется, это очень знаковое событие, появление вашего словаря. Да, его сложно
переоценить, потому что, наверное, это такая, ну, одна из первых системных работ в какой-то сфере на ясном языке. И мне бы хотелось действительно, чтобы коллеги все ознакомились. Действительно, очень интереснейшее. Я сама с большим удовольствием листала словарь культуры на ясном языке. Просто даже для того, чтобы понимать принципы того, как мы можем делать какие-то вещи понятными и доступными, да, для любой аудитории. Мы всегда говорим, что у нас есть, помимо людей с ментальными особенностями, у нас есть маленькие дети, у нас есть люди, плохо говорящие на родном языке, на русском языке, да, и так далее, и так далее. Аудитория, на самом деле, гораздо шире, чем непосредственно те люди, для кого изначально методика создавалась. Большое спасибо, Лада. Сейчас обязательно кинем ссылочку. Все зайдут и посмотрят, и я думаю, что большим интересом, да, прикоснуться к этой работе и будут использовать эту терминологию, потому что мы знаем, как сложна сфера культуры и как сложно иногда, мы часто бываем с детьми в музеях, как сложно перестроить речь экскурсовода на понятную, доступную, да, действительно для каждого ребенка и донести до него какие-то сложные абстрактные понятия. И вот об этих принципах как раз мы сейчас поговорим поподробнее. Спасибо большое, Лада. Были очень рады вас сегодня видеть с нами. Мы рады, что технически у нас все наладилось. И мы продолжаем нашу трансляцию.